Проложенный жителям паркан водопровод лишил его соседку сна и покоя. Этот шланг, он может лопнуть любую минуту под давлением. И все. И потом моему дому хана. А также выясним, какие претензии накопились у жителей Рыбницы к владельцам магазина «Бегемот». Возмущаемся в том, что здесь открыли вот столики. Здесь распитие идут, спиртных. Здесь дети играют. Это как не с общежития. Об этом подробнее. Понедельник, 31 октября в 20:00 в программе «Дайте жалобную книгу».